А он уже начинает манипулировать, да? Это что такое? Это психология. Это знает, на что надо нажать, чтобы получить конфету. Как надо ножками подыкать, как надо покричать, чтобы мне заткнули рот конфетой, и все. И все будет нормально. Да? Друзья, я это говорю не только не им. Это вообще сама суть наших, как бы сказать, это наш посев. Если посев праведный, то праведный и всход будет. Поэтому сейчас мы будем молиться за Данила вашего и за вас. Но и, друзья, у нас много наших сестер и братьев живут по всему миру. И проблемы те же самые. Им нужен Господь, который они являют в своей жизни. Мы помолимся на всех.